конце Французского бульвара, на том месте, где вырубили почти 400 деревьев, рабочие уже начали прокладывать коммуникации, пешеходную дорожку и дорогу для транспорта к близлежащему жилому комплексу. Заказчик строительства жилого комплекса обозначил в своей визуализации дорогу с Французского бульвара через трассу здоровья. Как пишут одесские СМИ, здесь уже разрыли траншеи, провели необходимые коммуникации и зарыли ямы. Рабочие сняли плитку, которая пока просто сложена рядом с местом работ. По всему спуску строители оборудуют пешеходную дорожку с забором, который будет с двух сторон – для защиты от машин и для того, чтобы не свалиться вниз. Одесситы пока по пешеходной части не ходят, а идут по дороге, которая тоже изменится. – Как отмечается на борде таблицы, эти работы назвали реконструкцией.